Так, ну вот банк, один из его филиалов расположен. Сейчас я переключу камеру. Достаточно в центре. Там находится собор, центральный кафедральный собор и перекресток с лотосом таким красивым. Ну, его все знают. И вот уже здесь банкомат и сам филиал. Я в одном из филиалов банка Си, который вроде как делает карты для россиян, пластиковые. Посмотрим. Так, в общем, все, мы установили приложение, у меня сделали все документы, я нахожусь еще в банке. 21 числа, ну, то есть где-то через неделю, я уже приеду за пластиковой картой. Поэтому ура! Банкоматов гораздо больше, чем российско-вьетнамского банка, банк Си. Поэтому вот такие пироги. Так, мой байк переставили. Так, в общем, вам вот дают вот такую карточку. Типа номер вашего входа в приложении. Там это как логин. Ну, устанавливаете пароль там. Короче, вот с этой карточкой я приеду 21 числа. И получу, наконец-то, долгожданный пластик. Визу я заказал. Море сегодня такое. Штормит немножко, так скажем.